сдулся ноутбук. Видите, крышка. В общем, вот здесь вот буду пробовать делать сам. Скорее всего, придется заказывать новый аккумулятор. Такой вот наборчик. Самое главное починить. Нужен ноутбук срочно. Так, наверное, вот так сделаю. В общем, под этими ножками вот тоже винты есть. Так, откручиваем. Ну, точно, смотрите. Еще и под этой полосой есть винты. Вот они. Смотрел, в общем, где-то в порядка 3500 стоит новый аккумулятор. Ух, сейчас покажу, смотрите, что делается. Вы видите, как сдулся аккумулятор? Ё-моё! Вот это да! Вот здесь такое чувство, как будто поплавилось, что ли. Не пойму. В общем, сейчас надо это аккуратненько все почистить. Снимаю аккумулятор. И дальше будем с ним что-то делать. Вернее, с ним понятно, что делать. А вот вопрос... Где же мне его заказать? Сейчас. Его нужно отвинтить. Вот это. Ох-ох-ох. Так. Вынимаем. Ну и вот. Вот это безобразие. Этот аккумулятор идет на выброс. Вот его параметры. Снимаю для себя. Так, чтобы не забыть. Здесь... Вроде бы ничего не повредилось. Но еще чуток и все. И был бы капец. Это гибридный жесткий диск. Может быть, поменять планку оперативной памяти, увеличить. Так, ладно. Сейчас пойду посмотрю. Где можно заказать новую батарею? Купил. Долго бегал. У нас уже темно. Не просто было найти. В общем, еще раз показываю. Вот что, в общем-то, произошло. Еще чуть-чуть, и ноутбуку был бы конец. В общем, это безобразие убираем. Итак, делаем распаковку. Первый раз распаковываю. Впервые распаковываю. Купил сегодня. Итак, вот она у нас батарейка. Вот она у нас батарея. Ну, вроде бы так-то не деформированная, нормальная. Блестящая. Сейчас будем ставить и посмотрим, как пойдет. Пожарил арахис.
Переместился на кровать. Эх. Ну что же, вот она клемма. И вот другая клемма. И туси нельзя. Ну все, вроде бы как готово. Сейчас будем закручивать, завинчивать. Интересно, какой болт, куда здесь? Так, какой удобный наборчик, а? Видите? Так, все ставим на место. На столе как-то не так. Давай, давай, давай. Честно говоря, большое чудо, что я вообще сегодня успел купить. Я думал, что придется заказывать. Все-таки праздничные дни. Новогодние. Часть магазинов вообще не работала. Все. Все, отлично. Ну вот, осталось. Не знаю, как так получилось, но вот так получилось. Ладно, оставляю пока все как есть. Убираем. Убираем все сюда. Сейчас надо будет их эти два болтика куда-то убрать. Вроде бы все прикрутил. Удивительно. Ну вот. Вот такая штукенция. Sony Vaio отремонтирован. Понадобились в основном вот эти вот отвертки. Ну, это чтобы корпус ковырнуть. И остались два лишних винта. Откуда они, непонятно, но... Включаем. Первый запуск. Вроде работает, включается все. Вот он. Смотрите. Все, все заработало, все работает, вполне нормально работает. Так, ладно, выключаем.